Бюджет составлял где-то порядка 300-400 тысяч долларов ежемесячно, а изначальный капитал, когда создавалась лаборатория для подготовки спецтехники, потому что мы ее не закупали ни в магазинах, ни на Западе, мы ее изготовляли сами. Вот. Это порядка там 4-5 миллионов долларов. Ну, в принципе, для спецслужбы это копейки на самом деле. Потому что на любую службу МВД, ФСБ выделяется гораздо больше. Просто, ну, несравненно больше. Другое дело, что там строятся дачи. Надо было мне тоже дачу построить сначала, а потом покупать технику. А я их в сеть, как честный гражданин, взял их честно, на них сделал дело. Но зато родился АТОЛ. Это просто, конечно, я считаю, самый громкий проект и самый блестящий проект.